колхоз какой-то. Кто ж кроссовки-то в платье носит? Ты на свидание или на пробежку собралась? Не хочешь, кстати, сходить пошопиться? Только не здесь, я эти магазины на дух не приношу. Никто с тобой не поговорит, ничего тебе не посоветует. Это, кстати, магазинчик один такой бомбический, знаю. Пойдем пошвырнемся. Куртяха аккуратно у меня шита, чисто с ребенком зимой гулять. Девушка, вам так идет. Ну, блин, какая красота. Очень хорошо. Бангладеш, ну, это ж Венгрия, да, столица ихняя. Леганка хорошая такой, самый раз. Ляпочки, у вас видно, давайте. А вы что, видите? У вас, наверное, это профессионально, просто обычно никто не замечает. Купи, 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 купи. Ты еще парикмахерскую пойду, вообще меня не узнаешь. Че, как тебе? Мне кажется, я тебе целую неделю голову мыть не буду. Как на выпускном, прям только лучше. Пойдем скорее домой, то вон царица пялится на меня. Ой, а конкурсы у них! Конечно, конкурсы у них были, ну чума. Я не знаю, я во всех поучаствовала. Конечно, страшно было сначала, но мне понравилось. Конечно, вкусно было, вообще с ума сойти. Да, да. Угу, я тебя поняла. Давай, ладно. Угу. Никогда не делайте выводов о человеке, если не знаете истинную причину его поступков. Опачки, с лицом все, угадай кто? Светка, ты что, беременная, что ли? Ну, поздравляю, молодец, давно пора. Вообще-то нет. Это, конечно, тяжело, я тебе не скажу, что это просто. Вон, когда свою мелкую урожала, просто всю палату им обхезала. Зато такая бусечка у меня получилась, ну такая сладенькая. Возьми салфетку. Слушай, а давай, давай салфеточку, давай. Единственное, что садик отдала ее первый день после садика, пришла и говорит, сука. Сука, говорит. Я говорю, Полин, ёб твою мать, блядь. Знаешь, я впервые поняла, что такое материнский инстинкт. Это вот я чувствую вообще всю ее, вообще, где она. У нас такая связь с ней. Знаешь, вот смотрю на нее и понимаю, что просто вот не зря живу. Ну, Сюк, давай, хорошо тебе там выносить. Легких родов, как говорится. Привет, дорогая, слушай, а ты можешь приехать помочь мне тут кое-что нужно для машины Италику отнести? После ночной смены заскочила быстренько за насосиком, да, за домкратиком. Чего? Он сам не может это сделать? Уже всю ночь PlayStation играл, лежит, отдыхает, зачем? Я, конечно, не хочу вмешиваться, но ты уверена, что он тебе подходит? Да, да, еще раз да! Ну такие мне подарки дарит просто, мне никто никогда в жизни так не баловал, господи! Знаешь, вот самое интересное, что я за ним как за каменной стеной, просто чувствую настоящее мужское плечо. Кать, да как ты не видишь, он изменяет тебя прям перед носом, перед твоим, как? Знаешь, вот мне надоело, с сегодняшнего дня у меня больше нет подруги, ты просто мне завидуешь, уходи! Да, мамулечка, покушал, только небушка чучулечки обжег. Давайте уже с этим тендером заканчивайте, а то у нас на 20 миллионов следующий висит. Надеюсь, вам понравится в нашем дружном коллективе. У нас ребята хорошие все. Славка! Славка, член как бородавка! Че, как дела, козявка, ты ешь еще? Не слышу, подойду, наверное. Не узнал, что ли? Я сейчас просто с коллегой. А больше на математике наказали, ко мне посадили. Тогда из края пробежала между нами первый раз. Сейчас опоздал, да? Замужем я. А знаешь, за кого вышла? Вот ни за что не поверишь в жизни. Помнишь Витьку Муравья? Вот за батю за Ивонова. Получается, что я теперь Витькина мальчика. Упустил ты меня, Славка. Вот он локоток, да? Да не укусишь, смотри, какая красавица. Но если очень хочется, разок можно куснуть. Давай с тобой селфанемся. Единственное, что селфи-палку дома забыла, так что просто на руку он мою. Раз, два. Чик! Ой, какие красивые получились мы с тобою! Ну все, давай, я тебе фотку в e-mail скину, мне пора, давай! Какое прекрасное место. Соль забыла. Полинка, у тебя соли нет с собой? Слушайте, а у вас соли нет случайно? Можете принести, пожалуйста, сюда? Это не мне, это ребенку надо. Скажу, сама возьму, она за главную остается. Ксюха? Перепелкина, Ксюха, ты что ли? Я просто без усов не узнала тебя сразу так. Помнишь? Вот это с собой вржал. Сыни. Боже, как на физике продануло. Мы в классе Ксюха Гарматы вот называли. Я водички возьму, вас попью, хорошо. Что такой молоденький-то?
Она просто в школе любила постарше мужчин. Мутила с нашим Борисом Андреевичем, физруком, царство ему небесное. А чё какать? А сейчас сходим. Она что-то, слушай, в последнее время так плохо какает у меня. Даже не знаю, на чё грешить, на садик или на чё. Муниципальная кормлёжка. Давай, все, пока. Все, пришли. Нас на дачу на Новый год позвали. Что думаешь, Кристина? Вообще-то мое имя Христина, первая буква Х. От Христоса. Кристина. Нет, я не откликаюсь на эти имена. Кристина. Кто? Кристина, у тебя таракан на лице. Не понимаю, к кому обращаются. Да, блин, Христин. Ну, другое дело же сразу. У тебя таракан на лице. Девочки мои, Натали, саживайтесь. Настасья. Дария. Наташ, Настя, что грустите? Дашка, говори тост. Ты ебанутый. Я Настасья, ты просто ебанутый. Я ухожу отсюда. Мама, блядь, меня называла Дарья, а не Даша. Слушайте, в жопу с мягкий знак, понятно. Ой, Зинаида Петровна звонит. Зинаида в трусах у тебя. Мою мать зовут Три Инаида. Махай сначала, потом уже жидкость свою лей. А смотри, бежит, а? От люди, совсем отдыхать не умеют. Это ж Кристина. Это ж Кристинка! Нельзя, ты поесть параллель, узнал меня? Ты сколько, привет, Кристинка. Бегаешь, да, молодец. А мы с моими ребятками победу празднуем. Вон, мы. Пойдем с нами, пойдем. Это хорошо, никто не гоняет, мы здесь отдыхаем. Потом в заряде в прошлый раз пошли, установили мангал, нас выгнали. Демократическая страна называется. Погода просто наша. Вот мы как выходим, да, в апреле, мы до ноября. Это твой батончик? Я просто возьму Полинку свою, отдам. Просто с этими ценами, Кристинка, просто с ума сойти можно. Вон, сиську пиво купили, Полинке ничего не осталось. Песня моя любимая заиграла. Я пошла, давай, все.